Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Овара. Привет. Ну, сначала, наверное, с паровоза. Так, сейчас. Должно вот так. Это рельсы очень длинные. Там даже остановка есть. Конечно. Ну, давай начнем смотреть с самого поезда. Так, он стоит на рельсах. Здесь ограничители стоят. А эта дверка открывается. Это кстати, очень круто. Тут должны быть люди, которые охраняют золото или деньги. Ну, военные, наверное. Ну, наверное. Раньше многое чего было. Понятно. Дверки тоже закрываются изнутри и снаружи. Следующее. Тут следующий у нас вагон это грузовой. Всякие игрушки, грузы. И кто-то принес гранату. C4. Ага, а это у нас что за вагон? Деревянный, по типу jailbreak. А для чего он нужен? Тоже грузы, поменьше уже, в коробках. И вот здесь даже люк есть. Да. Это для угля. Тут уголь перевозят, чтобы поезд ходил. Ну, ездил. Так, а вот здесь что ли шарнир стоит? А, нет. Есть, типа, тут невидимый, невидимая такая ж... Да, здесь шарнир стоит. Он невидимый, а эти железки, они просто для красоты. Не, ну, на железках он даже бы лучше бы поворачивал, не на то, что вагон. Он так все время спадает, так что я не понимаю, как это исправить. Ну, хорошо. Тут у нас сигнальная ракета, чтобы в случае чего выпустить. Так, здесь открывается люк для угля. Да, тут печка. Есть лопата и молоток. Здесь это можешь присесть и выглядит типа, как будто ты висишь на трубе. А если еще тортик поставить? Ой. Тортика здесь не надо. А потом прыгнуть. Ну да. Это когда прыгать надо. Ой. На этот. Не, тут когда под наклоном такое не работает. Это да. А эта штука для снега. Я ее не убрал, потому что оно нравится просто. И все. Так, ну давай тогда попробуем прокатиться. Я вижу здесь в виде. Ну, можно проехать. Я тогда вот здесь сяду. Я не знал, как пар сделать, поэтому я сделал их по кнопке. И выскакивает пар. Ну сейчас можно сделать с помощью снежной пушки? Да, но я еще не пробовал. И вот тут еще шарнирами тоже прикольно, вот так крутится. Такая это что было? Это я от снега не убрал. Это чтобы снег очищать. Так, а вот и первая остановка. Она только одна, да? Да, следующий я не сделал, потому что блоков не так уж и много. Но сейчас я их закупил, поэтому может быть. Так, скамеечка и типа магазинов. Это вокзал. Я его тоже не сделал, потому что под наклоном это сложно сделать. Я же на базе делаю это все. А там дальше уже дорога в конец. Ну да, поехали. У нас уже лед обогнал. Только вот на этом часовом уровне тут вот эти часы тоже мешаются. Да, именно из-за этого я старался поднять поезд. И вот поднял на несколько блоков. Ну, лучше еще, конечно, на парочку поднять. Это будет сложно, но с новым инструментом может быть. Здесь у нас дорога заканчивается, потому что у меня... Когда я удлиняю сверху, то снизу у меня падает. И дорога сломалась один раз так. Может, скопировать надо с помощью бага. Потому что там да, есть ограничение высоты. Это я еще не делал.
Ну а так он может просто ехать вперед и все. Да. Ну все, он уже сломался. Давай ресет. Не выдержит. Все у нас. Он только для рельс предназначен. Да. А ты не пробовал сделать рельсы, которые бы поворачивали, например, какую-нибудь команду заезжать? Это я еще не пробовал, потому что не так уж и легко сделать. Так. Дальше мы можем посмотреть мой корабль. Я увлекаюсь такими кораблями, они мне нравятся. Так, а вот это что-то черный проход? А это для пушек. А как мы тут забираться? А, вот. Из-за моей анимации я легко могу забираться и не подумал о других. А я не могу. Да. Здесь сейчас уберу тестирование. Тут у нас есть паруса, которые можно открыть. Большие и маленькие. Так, стой, попробуй еще раз. Нажми-ка. Где кнопка? Вот здесь вот. Они поднимаются и опускаются. Да. А с этой стороны можно их крутить, чтобы поворачивать там получше. А тут как их активировать, паруса? А здесь вот с этой стороны справа все время активируется, а слева там нельзя поворачивать. Они же огромные. Их можно собрать и опустить. И опустить. Здесь у нас каюта капитана со свечками и газетами. Снизу у нас есть динамит и пушки. Пушки не очень получились, потому что я их пока еще не дорабатывал. Тут есть кнопки, которые могут выпускать пушки. А вот для чего черная дырка была нужна? Да. Ну, пушки не особо сильные, только одна штука. Ну да. То, что две, это слишком будет... Динамит. А это золотые гарпуны? Да, я их покрасил. А самим кораблем вообще управлять можно? Да, на колесах. Я хотел сделать на пропеллерах, но не получилось. Понятно. Но плавает он быстро. Так, мне на базу возвращаться? Да. Ну да, можно. Еще, может быть, я бы хотел сделать... А он может до конца доплыть? Да, если постараться. Если нет, то будет плохо. Стой, а паруса это спусти? То есть подними. И поверни саму вот этот передний парус. Ну, чтобы ровно стоял. Поворачивать долго. Остановить! Все, паруса не спускай. Начинаем наше далекое плавание. Поднять паруса! Хорошо, поднять паруса! Давай еще один парус! Всё. О! Мы быстро едем. Надо убрать пушки. Да. Как эта команда называется? Это... оружие на изготовность. Только он довольно быстро разбирается. А он из дерева, а дерево не прочно. Поднять паруса! И как-то... Ну да, их поднять же нужно. Всё, нужно скорость сбавить. А все уже разогнались. Поставить на якорь! На якорь? Якорь надо еще сделать. Вот же якорь. Нет. Нет, надо стрелять в воду. Он не стреляется. Якорь не может так хорошо. Прими стрелять. Управление. А вот, все, поставили якорь. Все. Якорь исчез. О нет, здесь нас растопчет. Бежим! Якорь исчез. Ой, у нас одна мачта упала. Веревки летают. Это что за магия? Нам нужно доплыть до конца. А, чтобы динамит не взорвался. Все, я потерял управление. Колеса сбиты. То есть пропеллеры.
просто плывем по течению. Опусти паруса! Поднять паруса нужно скорей. Мы слишком быстро движемся. Да, у нас, правда, пол корабля. Но мы там на одной штучке держимся. На какой? На динамите. Стоп, прозрачность на 0% включи. На 0%. А прозрачность. Все. А, ну поршни показывать не обязательно было. Это не поршни, это... Вообще это летучий голландец. Это... Что? А! Динамит взорвался, корабль меня, поднял меня на выкинули. Воздух. Меня выкинули, я ничего не смогу сделать. Динамит просто взял, взорвался, и корабль поплыл. Ну, то, что от него осталось. Зато мы в Техасе. А это, ладно, это пошли нет. Там, покушаем. Но нет, закрыто, у них выходной. Мы опоздали. Ну, все, у нас нет корабля, нам нечего делать. Можно пойти домой. Вот да. Это плохо. Возвращаемся на базу. Другие постройки мы подпишем, я покажу в следующих видео. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.